Сегодня в Бобруйске стартовал фестиваль в Итоке. Продлится он до субботы. Горожан ждет насыщенная программа. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Финальный аккорд – гала-концерт с участием групп Jazz City Band, By City, Дрозды, арт-группы «Белорусы» и других исполнителей. В Беларуси активно развивается телемедицина. Теперь для консультации с врачом не обязательно выходить из дома. Один очный прием все же необходим. Зато после него многие услуги можно будет получить дистанционно. Мониторинг самочувствия пациента, консультации, постановка диагноза. Также станут возможны оформление электронного рецепта, выдача справки о состоянии здоровья и выписка из документов. В целях сохранения врачебной тайны парк высоких технологий уже разрабатывает специальное программное обеспечение. Сотрудники ГАИ усиливают контроль за несовершеннолетними водителями мопедов. Профилактическая акция продлится с 15 по 26 июля. Многие халатно относятся к своей безопасности и игнорируют требования использовать шлем, а также защитную экипировку. Напомним, находиться за рулем скутера разрешается подросткам старше 16 лет и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Белавия расширяет географию полетов. Так уже увеличили частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартеров в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос с Казахстаном. Чтобы обеспечить потребности людей, активно привлекаются иностранные авиаперевозчики. Работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных маршрутов кыргызской компании «Бишкек-Минск-Бишкек». Сегодня на всей территории республики объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер прогнозируется неустойчивый с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается 34-36 выше нуля. Вечером температура опустится до плюс 25.